Сегодня у нас 30 августа. Вот мы решили отмостку сделать. Это усадьба Никиты. И вдруг сычки мы отпилили с Никитой тут ему, это усадьба его. Сейчас Витя позвонил, ему там перетаскивать что-то надо, тяжелый комод или что-то. А теперь посмотрели мы, а там сычки на это. И Володя сразу же, а я могу залезть. И вон он залез, какую высоту. У нас так сычки отпилил Ваня Ермоленко. Ловкий вот такой мальчишка. А то Ваня Дробот. У нас хлопцы такие все ловкие. Вот он, гляди, под крышей. Ни лестницы, ничего не берет. Разулся только. Босиком. На сочках, кажется. Куриц нету там. Куриц нету, можешь бросать. В городе это большие тысячи. Бросай. Но если можешь, там еще отпили один. Выше-то не надо бы залазить. Я боюсь, что сук отломится. И ты можешь грохнуться. Да, ножовкой там подтянись за него. Боязно просто. Володя, больше не надо кверху лезти. А ветлина очень хрупкое дерево. А вот если ты ниже спустишься и ножовкой попытаешься этот ствол отпилить, в это вообще было здорово, весь упал бы. Да. Тебе никак нельзя туда лезть. Нельзя, никак. Она отломится просто и все. Слазь потихоньку. Господи, благослови, чтобы не рухнуть. Она никто не трогает, она и то ломается. Кабы ты вот там была доска на шифере, встал и оттуда пилить начал, там, где рука твоя находится, левая. О! И вот на эту, на, если бы стоять там мог, а там на ней не станешь на шифер-то, она сильно уж наклонная. Я боюсь за тебя. Вообще здорово. Она, видишь, на крыше снег задерживает. Это неплохо было бы, если бы спилено было, но боязно. А она крышу-то не сломает уже, ее ветер туда сдует. Главные ветки, которые тянули сюда, ты их уже сбросил. Они уже на полу. Пили, если можешь, пили, если можешь. Что-то забор тут подгородили. Там лестницу поставили, чтобы лазить можно было. Даже отсюда видно, вон она.
лестница. А там где русская печь. Ох ты! Она даже шифер не тронула. Не тронула шифер. Все, слазь. Если хочешь, вот на эту можно тоже такую ветку, вон, которая далеко пошла, вон на ту перелезти. Да. Оставить только одну эту, которая вот посередке торчит. Да не надо, Володя, там что ты шибко стараешься-то. Она откачается, эта деревяшка-то, мне не нравится. И приведи, Господи, оторвется она. Сергей-то парализованный, смотрит ролики. Когда этот увидит, как он будет ахать, охать. Скажет, надо же, как рискует с собой. Как-то бы расположиться и верхнюю спилить, а потом и нижнюю. А если нет, то нет. И пили тогда отсюда, обе вместе сразу. Сук этот его оторвет. Не надо побрось, а оба вместе. Вот это было бы здорово. Во, вот здесь вот. Володя, Володя, за ветки не берись, они очень хрупкие. Я не знаю, там тебе, наверное, не взять. Ты наклони ножовку на себя, тебе удобнее будет. Не лазь туда дальше. Держись, нога скользнется и упадешь. За что держись, это непонятно. Володя, послушай меня, ты держишься почти ни за что. Вы зайдите сюда. Здорово. Эх.
Этот сучок ты держишь, он отломится. Володя? Тогда не надо его пилить. Володя, послушай меня. Сучок, за который ты держишься, он не гожий совсем. Он очень хрупкий. Я за него не держусь. Пожалуйста. Ладно, слазь, не надо ничего больше. Пожалуйста. Давай назад. Развернись как-нибудь. Сучок этот совершенно ненадежный. Я чуть-чуть только, все. Я же не держусь. Ну вот не верю я ему и все. О-о-о, сколько там грачей. Это грачи у нас. Сергий Радонежский видел это воронье и говорит, подумал, это монахи. Чернорисцы. Интересно, в черных ризах всегда показывают нечистого духа. А светлый — это ангел. Почему так? А в белой одежде женаты. Ну и женились бы, и одежда переменилась. Чернорисцы. О. Вот так вот они гуртуются, летают днем, когда. Это перемена погоды. Может, и не всегда сходится. Но если вот так буду держаться? Это не надо трогать. Не, я веду вот так. Вот так держись за нее, вот так можно. Володя, не надо пилить. Не надо, давай слазь. Кто уже в сторонке там? Это ни на что не влияет. Все. Господи, помилуй, благослови. Еще теперь топориком обделывать надо, убрать их отсюда. Это у нас останется. А толстина Владимир. Палатку все складываем, палатка военная. Генерал-полковник Пинков Борис мне помогал очень сильно. Ну, замешан оказался якобы в ГКЧП, неизвестно где он. Живой, не живой. Мы под палаткой под этой скрывались, танковые палатки, огромные палатки. Как ты кадош, у нас запасные были хлопья, кукуруза. Ну, хлопцы, собирайтесь. Я что-нибудь им жить, я рассказываю. И молимся за дядю Борю Пинкова. Он послал 3 палатки, а довезли 2. Офицер один, который привез на военной машине из Новосибирска во военный округ Барнаул. Вот 2. Видимо, одну куда-то не довезли.
я уже не стал настаивать. А тут и зерно закрывали, там церковь у нас была. А подальше там алтарь в Волуне. Это работает. Кидает даже землю. Сравнивал, 8 раз бросит, а другой 1 раз.